Добрый день, дорогие друзья! Централизованная система библиотек города Курска рада приветствовать вас! Ежегодно в России отмечается праздник День знаний, 1 сентября, который знаменует собой начало нового учебного года для студентов и школьников. И в рамках нашего сегодняшнего мастер-класса мы предлагаем сделать подставку для карандашей и ручек. Для изготовления поделки нам потребуется картонная коробочка, мы используем из-под чая, двусторонний скотч, ножницы, кусочек шпагата для декора и бумага. Мы используем оберточную, можно использовать любую другую цветную бумагу с рисунком. Из цветной бумаги вырезаем заготовки для обклеивания нашей подставки. Так как размер коробки выбирается произвольно, вам необходимо ориентироваться на размер именно вашей подставки. В нашем случае это длина 10 см и ширина 6. Вам не потребуется 4 детали для обклейки боковых сторон и 5-я деталь для того, чтобы приклеить на дно. Для наклеивания боковых деталей можно использовать клей ПВА, а можно двусторонний скотч. После того, как вы обклеили коробочку, используем шпагат для декора. Выворачиваем нашу коробочку и завязываем шпагат бантиком. Аккуратно поправляем со всех сторон, чтобы он лежал ровно. И завязываем бант. Вот такая замечательная подставка для канцелярских принадлежностей у нас получилась. Она станет отличным подарком для ваших близких или стильным украшением интерьера. Попробуйте, у вас обязательно получится!